Вітаю, глядачів телеканалу «Репортер» в нашому ефірі студія. Мене звуть Юліан Аксьонов, і сьогодні в наших гостях Лада Рибалка, юрист. І сьогодні, незважаючи на те, що 1 квітня, жартувати ми не будемо і на веселі теми розмовляти теж, будемо сьогодні спілкуватися про так звану податкову амністію. Лада, будь ласка, поясніть людям, що це таке і взагалі корисна ініціатива чи ні. Здравствуйте. Действительно, у нас буквально на днях в первом чтении был принят целый комплекс законопроектов. Это 51-53, самый вот основной, который мы будем с вами обсуждать, о стимулировании детинизации доходов. И два производных к нему. Это идея президента, в принципе, это его тема, которую он достаточно давно уже ведет и обещает такую налоговую амнистию. А что же они будут предусматривать, если все в комплексе будут приняты? Это, по сути своей, освобождение от ответственности, как обещает государство, тех налогоплательщиков, которые до этого момента закона нарушали налоговое законодательство, но на свой страх и риск сами определят, нарушали они или нет, когда подадут такие нулевые декларации. Этот законопроект предусматривает, что нашим гражданам будет предоставлено право, это именно право, подать такую единоразовую декларацию, так называемую специальную, в которую вложить свои активы и доходы, все, что у вас в частной собственности, что на время 1 января 2021 года, по их мнению, могло в свое время не было обложено налогом. Именно по их мнению. Это и движимое, и недвижимое имущество, транспортные средства, ценные бумаги, корпоративные права и так далее. Все, что у вас в частной собственности, от чего вы получали, получаете доход. А специфика этой декларации в том, что, во-первых, не указывается источник происхождения этих активов, то есть откуда вы это получили. В общем-то, для государства уже не важно в данном случае. А во-вторых, вам не обязательно, в принципе, даже привязывать ее к себе лично. То есть персонализированная подача не обязательна. Вы можете ее подать без идентификации себя, что, в общем-то, не совсем укладывается в логику, вообще в принцип, в цель этого законопроекта. А я бы еще даже хотела остановиться на моменте, который часто вот в СМИ упускают, относительно этого нулевого декларирования. И не говорят, что если его примут, то у нотариусов в связи с этим расширятся полномочия. Как я и сказала ранее, предусматривается, что вы не обязательно должны подавать лично эту декларацию и светить себя. В таком случае у вас в процесс вступает уже нотариус. Вы обращаетесь к нотариусу, заключаете с ним договор о предоставлении услуг, формировании такой декларации и подаче ее в налоговый орган. И далее он уплачивает за вас сбор. То есть вы от ответственности освобождаетесь только тогда, когда уплатите определенную ставку сбора государству, чтобы оно вас простило за ваши нарушения. И таким образом у нотариуса появляется еще одно полномочие. Это как раз-таки формировать и подавать налоговые органы такую декларацию, а потом всю документацию по вам хранить у себя. Соответственно, мы понимаем, что нотариальная деятельность — это очень специфическая деятельность. У них есть ограниченный круг различных действий, которые они делают. Удостоверяют юридические факты, права, заверяют сделки, документы и так далее. А это дополнительное полномочие, которое в закон о нотариате вообще не вписывается. И даже вот главное научно-экспертное управление, которое в Верховной Раде давало вывод этому законопроекту и признало его таким, что имеет много недостатков, очень отговаривала, скажем так, инициаторов законопроекта менять полномочия нотариусов и включать их еще в этот процесс. Потому что у нотариусов и так есть много несвойственных полномочий, которые государство им отдало. Они у нас и госрегистраторами могут выступать, и финмониторинг могут производить, когда налоговые органы извещают о уплате налога на доход. И здесь еще одно полномочие, которое, если мы им предоставим, управление говорит о том, что это скажется на качестве, в принципе, нотариальных услуг. Если мы еще одно несвойственное полномочие вложим в их профиль. Але якщо нотариус за цю послугу будет получать, естественно, гроші, то може буде йому цікаво. Возможно, им, скажем так, мы же говорим с позиции граждан, а не с позиции нотариусов. У нотариусов также есть как бы и лагерь, кто за и кто против. Кто-то говорит о том, что нотариус имеет действительно профиль своей работы, который прописан там в статье 34, в статье 1 закона о нотариате. И все. Это работа с документацией, с юридическими фактами и так далее, которым нужно придать достоверность. Заполнить, отнести декларацию в налоговый орган, уплатить сбор за декларанта, такие формальные действия, это не совсем о нотариусе, это, возможно, об адвокате,
о юрисконсульте, возможно, но никак не о нотариусе. Вот, такие как бы риски есть. Во-вторых, конечно, стоит сказать, что вот такие налоговые амнистии, в принципе, их же взаимствуют из других стран, из международного опыта. Но так вот, этот институт, он может работать только тогда, когда в государстве будет вестись еще синхронная работа по устранению причин вот этой детинизации доходов. Когда мы будем непосредственно влиять на причину, а не просто косметически что-то менять и давать какие-то возможности. То есть у нас не реформируется налоговое законодательство, не реформируются налоговые органы, органы налогового контроля и так далее. А мы просто даем возможность указать на свои ошибки, тем самым говоря о том, что органы госвласти не способны были привлечь сами людей к ответственности, и поэтому мы даем вам право анонимно, скажем так, указать на свою ошибку. Поясни, что значить не персоніфікована, як ви сказали, декларація. Да. От я нотаріус, до мене приходить клієнт, я з ним укладаю договір на подачу, приношу за нього документи, кажу, оце документ, декларація. Йому присваюється код, спеціальний код цьому декларанту. Як податкова може допустити, що це буде лише код, а прізвище, ім'я? В тому-то і діло. Идея изначально этого декларирования нулевого в том, чтобы установить порядок и контроль. Но при этом инициаторы законопроекта дают возможность подать ее не персонифицированно. То есть мы говорим о том, что мы нарушили законодательство, нарушали много лет, например. Теперь мы уплачиваем фиксированный сбор, и наше имя государству при этом не интересно. И об этом многие критики сейчас говорят, что логика теряется вообще, о каком контроле можно говорить налоговым в будущем, если мы не будем знать даже, кто эти самые нарушители. И да, ему присваивается специальный код, по которому они будут там особо один, к примеру, особо два, проходить в базе. Спрогнозировать, сколько таких людей будет, пока неизвестно, потому что кто-то вообще не захочет подавать. Представьте, люди сами должны квалифицировать свои активы, они легально были получены или нет? То есть... Ну добре, якщо відкинути навіть легально чи нелегально, якщо буде допрацювання і законопроект, з'явиться норма, що люди будуть персоніфіковані. Так можна подати. Яка логіка? Я приходжу і кажу, хлопці, у минулому році я не вказав там 4 свої Бентлі. Сьогодні я вам їх декларую, але... Через рік, коли закінчиться дія пільгового декларування, мені буде потрібно платити повну ставку за ці 4 автомобілі? Ні, не так. Смотрите, для кожного виду актива предусматривається фіксований збір. Це не та налогова ставка, яка існує при каких-то там договорах, сделках, да, договорних отношеннях. Ні. Є там 5% на це, 9% на це і так далі. Є такий перечень. И если ваши активы подпадают, вы один раз это уплачиваете. И все, вы подаете такую декларацию один раз. И, к примеру, даже те изменения, которые в другие законы вносятся, вот в кодекс об админнарушениях, вы освобождаетесь от ответственности, если вы подали такую декларацию один раз. Следовательно, после этого, когда вы будете нарушать, это уже нарушение. На момент до подачи все нарушения как бы вам простятся, если вы один раз уплатите эту ставку. Вот как-то так. Но я бы не сказала, что... Это априори значит, что ваши там 4 автомобиля, как вы говорите, да, их нужно вносить. Ведь каждая сделка, если она нотариально заверяется, она проходит какой-то налог, действительно. Нельзя сказать, что все ваши сделки были нелегальными. К примеру, там договор дарения, вы точно уплачиваете 1% от дарения госпошлину. Если там вам отец-мать дарит автомобиль, это точно будет налог. Нельзя его обойти, если вы нотариально заверяете сделки, к примеру. То есть все я бы под эту гребенку не мила, но, конечно, да, и на свой страх и риск вы должны сами определить, в свое время легально у вас этот актив был получил или нет. Но они все не будут проверять податково, насколько легально, их это не интересует в данном нет, выпадку. То есть вам дается право, вот всюду мы видим специальная нулевая добровольная декларация, которую вы можете включить, чтобы, так сказать, в вашу дверь не постучались и не предъявили вам ничего. Вот, скажем так. Добре, я не розумію, яка цікавість, зацікавленість у держави в цьому. Якщо людина, я розумію, вона приховує, зараз держава йде, так би мовити, на зустріч, каже. Да. Приходьте, пишіть, карати не будемо. Вже, ще раз повторю, наступного року, коли вони мені скажуть, а де майно, яке ви декларували
занулюють нам ставку. Якщо я не задекларую, я знову його буду приховувати. Якщо я покажу зараз, от не автомобілі, будинок. Є, кстати, перечень, коли не потрібно показувати. Податок на розкіш. Якщо квадратура буде такова, що ви повинні будете задекларувати. Якщо будинок підпадає під дію податку на розкіш. Зараз я його приховував. Зараз я кажу, добре, вмовили, я вам його показую. Ви фіксовано платите збір. Яка в мене мотивація? Тому що наступного року я буду за нього щось платити? Податок на розкіш буде за нього чи ні? Смотрите. За будущее, да, год, следующий там, да, отчетный год, государство ничего не говорит. Это как будто, да, вы для него засветили, что у вас это есть. Вам прощается, что вы там в 20-м, в 19-м, 18-м не платили, якобы. Но вы же подтверждаете документами эти активы. То есть понятно будет, с какого времени у вас этот дом и сколько лет, грубо говоря, вы нарушали закон. Один раз вы уплатили этот сбор, соответственно, да, вы перед государством расписались, что у вас такое имущество есть, и определенный налог, если он постоянный, то вы уплачивать должны. А какая мотивация, о которой вы говорите? Чем оправдывает государство? Почему оно это вводит? Государство, с одной стороны, верит в то, что если гражданам нашим дать это право, они реально им воспользуются, и определенная доходная часть бюджета появится за счет вот этих вкладов, да, сборов. Я не представляю даже каких размеров, потому что вряд ли кто-то добровольно пойдет декларировать, уплачивать эти сборы. Часть граждан просто не разбирается в налоговом законодательстве. Они не могут сами определить, легально, нелегально, в свое время все покупалось, продавалось, как-то жили. Да? И мне кажется, если краткосрочно и можно какую-то часть доходную пополнить, кто-то подаст такие декларации. То в долгосрочной перспективе это, наоборот, даже пагубно повлияет на общество, потому что, к примеру, есть такой фактор, да, расслабляющий. Мы понимаем, что сегодня вышел нормативно-правовой акт, если его примут, который нам простил многогодичное уклонение от уплаты налогов. Это, большое нарушение. Завтра выйдет еще какой-то акт, который еще ослабит или освободит. Давай не будем платить, еще что-нибудь примут, подадим там что-то, нулевку, и еще раз нас освободят от ответственности. То есть, мне кажется, это даже так будет деструктивно влиять на общество и расслаблять, и налоговой дисциплины и так у нас нет, а будет еще худшая ситуация. Я маю на увазі, що людина буде розмірковувати так. Якщо я в минулому ховав, то я і в майбутньому буду. І мені не цікаво буде подавати зараз нульову декларацію, знаючи, що наступного року і государство вже знає о ваших активах. Держава буде мене питати про цей актив. Чи пасив, як там кого бухгалтерія складається. Добре, Лада, скажіть, будь ласка, яким верствам населення це буде дійсно корисно? Наверное, это больше субъекты предпринимательской деятельности, наверное, у которых активов много, скажем так, там субъекты бизнеса, у которых есть ни одно транспортное средство, ни одна жилая площадь и так далее. Хотя, опять же, если это там квартира до 120 метров, ее не нужно декларировать. Дом, да, до 240 метров, ее тоже не надо декларировать. Наличные средства не нужно декларировать, какой бы сумме ни были. Есть исключения, действительно. Наверное, для субъектов, у которых есть множество активов, то какие-то из них они, наверное, покажут, мне кажется. Но в плане интереса, мне кажется, так как этот законопроект сформирован, там априори подано, как будто все должны будут, практически все граждане должны будут подать эти декларации, а не ограниченное количество людей. Потому и нулевая, как будто для всех она. И целям, в принципе, да, которые преследуют законопроект, оно противоречит. И об этом говорилось неоднократно еще до его выхода в сессионный зал, что это недоработанный законопроект. Он еще очень сырой. И в принципе, государство само по себе, оно расписалось в том, что оно не способно само влиять, контролировать налоговое законодательство и налоговый контроль, в принципе, да, обеспечивать. Что мы признали, что все у вас там незаконно было приобретено, мы за этим не уследили, укажите нам, пожалуйста, сами на свои ошибки. Так это ведь выглядит со стороны. Поэтому о каком налоговом контроле можно говорить, когда государство прибегает к такому? Возможно, нужно пересматривать более такие фундаментальные вещи, вроде налоговых ставок, налоговых льгот и скидок, чтобы из тени вывести часть бизнеса. Тогда можно будет и причину как-то преодолеть. А вот это ничего не даст. Возможно, вначале за счет первых там тысяч каких-то этих деклараций доходная часть чуть-чуть повысится. Но дальше, кто пойдет это декларировать? Кто, в принципе, решит, что его, сам по себе решит, что приобрел свои активы незаконным способом?
Вряд ли кто-то в этом распишется анонимно, не анонимно перед государством. На то и контролюючі органи, щоб цю роботу робити. Підсумовуючи, якщо по пунктах, які потрібні напрацювання у цих законопроектах? Ну, как минимум, нужно пересмотреть сам механизм по поводу того, персонально или не персонально. А если не персонально, то какую в этом роль играет нотариус и стоит ли вообще включать нотариат в эти действия? Это во-первых. Во-вторых, на мой взгляд, он построен немного нелогично. Например, если у вас активы на сумму более 400 тысяч, это нужно декларировать, а если менее, не нужно. То есть логика, почему 400 тысяч, да, почему так? Обоснований этому экономических каких-то нет. То есть это просто такая фантазия инициаторов законопроекта, что должно быть, к примеру, вот так. Работать, мне кажется, в таком виде это не будет. Это во-вторых. В-третьих, у нас часть населения действительно и не разбирается в налоговом законодательстве. Это очень тяжелая отрасль. И мы самим гражданам на них возлагаем ответственность решить, это у вас легально или нет. Допустим, я подумала, что легально, а оно было нелегально. Ну так а где были органы? Ну а я не подала нулевую декларацию, я уже плохой, недобросовестный налогоплательщик. А если я подала нулевку, это значит, что я нарушала все это время законодательство. И я тоже недобросовестный налогоплательщик. Граждане в любом случае какие-то плохие получаются. Вот. И, ну, сам принцип, Украина еще не готова к этому. На даному етапі у нас ще це нецілесообразно. Я вам дякую, що завітали до нашої студії, знайшли час. Я нагадаю, що в наших гостях була Лада Рибалка, юрист, і говорили ми про податкову амністію. Будь ласка, пам'ятайте, що треба подавати декларації. І не забувайте, бережіть себе, залишайтесь з репортером. На все добре.